просто границы, они стали субъективные. Да? То есть, вот, условно говоря, на вас кричит ребенок какой-то. Ну, вы думаете, ну, дурной, да? Вот. На вас кричит ваш ребенок. Что вы думаете? Ах ты, злыдень! Да? Почему? Гнев у вас. Мы про гнев обсуждаем. Почему? Потому что у вас есть граница, да? Что он ваш ребенок, внутри ваших границ, и не имеет права вести себя как попало. Если другой так заорет, ну, как бы, и полетело. Вот. А когда свой, а ты сразу ненависть, гнев. Что такое? Нарушил границу. Должен знать, кто родитель, кто ребенок, кто серьезно, кто сопля. Ну, так же родители ума нет, так думают.